Я родился в Ереване, столице Армении, в 1943 году в семье геолога. По рассказам же моих родителей, я родился в Тбилиси, столице Грузии. При этом метрику мне не дали, и я впоследствии получал паспорт без исходного документа. Почему так получилось, не знаю. В том, что я армянин, спору нет. То, что предки из Карабаха, тоже истинная правда. И в том, что родители точно знают, где и как я родился, сомнений нет. Итак, давайте отложим мою метрику в черный ящик и продолжим путь. Мой отец, Гурген Мкртычевич Акопян, был родом из Нагорного Карабаха. Мама, Соня Абгаровна Мелик Насаканян, тоже была из Карабаха. Происходила из древнего княжеского рода, начало которого относится к VI веку. Когда я родился, меня нарекли Дорвардом. Красиво, но имя-то не армянское. Смешно, но Дорвард – это шотландский герой высокого роста, блондин. Когда отец впервые привел меня во дворец пионеров для поступления в рисовальный класс, педагог начал меня много о чем спрашивать. Я не ответил ни на один вопрос. В результате меня не хотели брать. Тогда преподаватель попросил меня что-нибудь нарисовать. Я взял карандаш и с бешеной скоростью стал рисовать портреты дедушки Ленина. Получилось портретов 7-8. Преподаватель остановил меня и с широкой улыбкой сказал: «Хватит, мальчик, молодец, такие нам нужны». В старших классах я интересовался боксом. В этом виде спорта я задержался на 8 лет, до кандидата в мастера. Мне уже 71 год, но до сих пор мне снится один момент, после которого я перестал заниматься боксом. Вижу, как после удара соперника наступает тишина и затем радостные вопли его болельщиков. И все, я проиграл. Моей самой главной мечтой было поступить в художественную академию. Но отец был категорически против. Он сказал прямо: художники все бедные, неопрятные, вечно не хватает денег на семью. Победило упрямство отца, и это стало трагедией. В итоге я с большим трудом поступил в политехнический институт. Когда чего-то не хочешь, получается все как-то не так. Так главная мечта жизни – стать художником – улетела, стала другой вселенной. А вместо этого в мою жизнь пришли химия, физика, высшая математика и, конечно же, история КПСС. Я стал электрофизиком и по окончании института поступил на работу на Ленинградскую атомную станцию, защитил кандидатскую. У меня больше 100 изобретений и патентов, более 50 статей, докладов и научных работ, одна изданная с успехом книга о сверхпроводимости. Я часто смеюсь над этим, спрашиваю, зачем все это? Надо было писать только картины. Но время шло, на дворе кончался век, стояли 90-е годы, а главное дело жизни – писать картины – все еще витало в других вселенных. Однажды, перед Новым годом,
я сдал в магазин на Невском свою небольшую картину, где была изображена Нефертити на фоне пирамид, пальм и верблюдов. Продавщица не сразу приняла работу. Мол, здесь север, такую не возьмут. Я ушел домой в плохом настроении. Прошло 3 дня, и жена мне говорит: «Пойди в магазин. Я видела во сне, что картина продалась». Я неохотно пошел, а там действительно картины нет. Оказывается, мою картину приобрела интеллигентная русская женщина. Дома все обрадовались, а я решил, несмотря ни на что, ни на возраст, ни на обстоятельства, сделаю этот шаг. И уже через некоторое время я учился в вечерних рисовальных классах при Академии художеств. Мне, правда сказать, было немного стыдно, что среди молодежи я один старик решил учиться. С другой стороны, сейчас или уже никогда. Именно тогда я решительно отказался от идеи защищать докторскую. Когда-то, улетев в другие измерения, моя мечта вернулась ко мне. На работе мне стали все чаще говорить, что вместо того, чтобы придумывать что-то новое, писать очередные монографии, я занимаюсь неизвестно чем. А я никого не слышал. В быстром темпе менял направление своей жизни. Итак, я в очередной раз студент. И это в 50 лет. Было очень тяжело. Но 6 лет пролетели незаметно. И в 98-м году, сдав последние экзамены, я получил официальное удостоверение. Счастью моему не было предела. Теперь я не только инженер, но и художник. Бывает, увлекаешься работой и даже не замечаешь, как на твоем лице оказывается несколько мазков краски. Я сажусь так в метро, а потом вижу, что люди, глядя на меня, начинают улыбаться. Мне смешно, но это я, что поделаешь. У меня есть маленькая картина «Одиночество». На ней изображен человек, который одиноко ходит по земле. Мне часто вспоминаются лица моих соотечественников – Фрунзика Мкрчана и Леонида Ингибарова.
Публика смотрит на них, улыбается, смеется. При этом глаза у них грустные. Один мой близкий товарищ прослезился, увидев мою картину «Прощай, Арарат». Он часто ездил в Армению в командировки и говорит, что в последний раз, когда улетал из Еревана и прощался с этой республикой, поставил чемодан на землю и так же, как герой моей картины, долго смотрел в сторону Арарата. «У меня было чувство, — говорит он, — что я последний раз в Ереване. Я попрощался с Библейской горой и сел в самолет. Представь, с одной стороны лунная ночь, с другой — Арарат. Я подумал тогда, что какой-нибудь художник обязательно отобразит это. Прощай, Арарат!» Прав ли был мой отец, когда говорил: «Не надо быть художником, они почти все без денег, занимайся техникой». Я занялся, стал электрофизиком. Ну вот опять, все это мне как-то давно не интересно. Интересней взять и превратить весь Невский проспект в вернисаж. Или, например, написать армянский храм Хорвераб так, словно он стоит на берегу моря. А вот летние пейзажи мне не особенно удаются. Видимо, потому что лето я люблю меньше. Вот такая осенняя элегия.